Слушай, я тебя не понимаю. Ты зачем хочешь познакомиться с бывшим парнем своей девушки? Хочу узнать, из-за чего она его бросила. А то эта коза мне уже надоела. Вот таковы вкратце правила и комбинации карт при игре в покер. Ну хорошо, я вроде бы понял, но, допустим, мне приходит два одномастных туза. Что тогда? Правилами предусмотрен и этот случай. Тебя выводят под руки из казино, крепко бьют и больше никогда туда не пускают, ибо уж больно удачлив. А кто это сделал? Почему ты плачешь? Меня никто не замечает. Ну зато из тебя выйдет хороший снайпер. Я собираюсь колоть свинью. Помоги, чем можешь. Тебе нужен нож? Нет, свинья нужна. Что это вообще означает? Конкурентоспособная зарплата. Это означает, что по размеру она способна конкурировать со счетами за коммуналку. Почему бананы дешевле свеклы и картошки? Картошку со свеклой везут по России, а бананы по морю. А на море нет гаишников. Помнишь, сиреноголовый чумак 80-е воду по телеку заражал? Теперь так не умеют. Так, мигалкоголовый, тогда же телевизоры были с кинескопами. Там такое излучение. Водка есть? Есть, но только 40-градусная. А я такую и люблю, наливай. Тьфу, что это, она у тебя теплая, пить невозможно. Я же сказал, 40-градусная. У тебя, дед, кто по специальности? Алкоголик. Но это не специальность, это увлечение. Не скажи, он к этому очень серьезно относится. Подписываемся, кликаем на колокольчик.